Добрый день, уважаемые зрители и гости нашего канала. Сегодня у нас видео, посвященное вашим запросам, а именно, а по каким статьям тяжелее всего заходить в тюрьму, заходить в камеру. На этот вопрос у нас будет довольно-таки интересный ответ. По большому счету, единственное, что вас должно напрягать в этот момент, что вы заехали в тюрьму. А статья любая, которая связана с какими-то неприятными моментами в виде насилия, изнасилования, особенно причинения каких-то неприятностей несовершеннолетним, а также все, что связано ну, с наклонностями, так скажем, педофильно-маниакального характера. То есть все, что вызывает неоднозначное отношение ну, к таким сидельцам. Что можно сказать по этому поводу? Вы, как человек здравый, если, не дай бог, по каким-то случайным или еще каким-то обстоятельствам у вас случилась в жизни такая неприятность, и у вас появилась эта статья, причем хочу сразу заметить, эта статья может появиться у человека, который совершенно не замешан в этом преступлении. Этому есть куча примеров, когда наши доблестные сотрудники, не понимая, что можно сделать с преступником или человека, которого не подозревают в преступлении, что можно к нему применить. И находились там девушки с социально пониженной ответственностью, которые с удовольствием писали заявление, ну, чтобы помочь сотрудникам. Есть другой вариант. У каждого были случаи, когда вот у нее сегодня с девушкой все хорошо, а завтра по каким-то причинам с ней поругались. Вот вам еще один момент, по которому эта девушка от злобы, от ненависти. И эта девушка совершенно спокойно, ненавидя вас в этот момент, может написать такое заявление, что вы ее изнасиловали, вы над ней надругались и совершили кучу всяких нехороших вещей. А статьи как вы понимаете, они будут отражать только сухие надписи в ней, которые будут говорить о том, что вы надругались, что вы совершили действие ну, нехорошего характера и куча-куча чего еще. В этот момент, если вдруг с вами ну, это случилось, а это бывает, я уже это говорил. Вы, когда заезжаете в тюрьму, вы должны понимать, что у всех сокамерников, которые присутствуют в этот момент, когда вы зашли в камеру, интересует самый главный вопрос, а кто вы такой? И здесь там оправдываться, унижаться и что-либо делать я вам не советую, потому что это сразу почуют ребята, что с вами что-то не так. Поэтому не надо никогда скрывать, потому что это все всплывет, какая у вас статья. Вам нужно спокойно сказать, ребят, у меня вот такая ситуация, я могу объяснить и вас вынуждены будут выслушать. Понятно, что камера камере рознь, понятно, что у всех разные отношения, но сначала выслушивают, прежде чем принимать какие-то к вам меры, и вы это должны осознавать. Поэтому ваше поведение в этот момент, в первый-второй день, когда вы будете в этой камере, вам придется отвечать на неудобные вопросы максимально спокойно, потому что если вы вдруг начнете нервничать, грубить или еще что-то, это моментально отразится на вашей судьбе в этой камере. А учитывая, что тюрьма ⁇ это очень специфический мир, мы об этом каждый раз говорим, у нас есть куча роликов на эту тему, здесь нужно быть максимально осторожным. И если вы считаете, что вы в этот момент все знаете и знаете, как себя вести, поверьте мне, а у меня опыт огромный, больше 10 лет, что вы в этот момент совершаете самую главную ошибку. Ваша задача влиться в этот коллектив даже с неудобной статьей. Но еще раз предупреждаю, если действительно вы здесь ни при чем. Потому что если вдруг действительно у вас в жизни происходят такие вещи, то я вам не завидую, я вам не сочувствую. И что с вами будет, никто не знает. Многие задают вопрос, слушай, говорит Герман, а такая ситуация, пересекались ли вы с маньяками, пересекались вы с какими-то садистами и так далее? Я сразу отвечаю, что мы не пересекались только потому, любой сотрудник, кто понимает, что перед ним маньяк или какая-то другая сволочь или погонь, а это именно так, то у него в голове сразу происходит щелчок, что его в обычную камеру сажать нельзя. Потому что как только узнает камера, что у них рядышком находится вот такой недочеловек, то с ним в лучшем случае поступит жестоко и забьют до полусмерти, в худшем случае он в этой камере останется навсегда. То есть его просто убьют. Ничего с этим не сделаешь, эта жизнь никто не хочет наблюдать рядом с собой вот такую вот, ну по большому счету. Но учитывая, что из 100 человек, которых сажают по этим неудобным статьям, двое-трое всего действительно имеют к ним отношение, то, к сожалению, это так. Приведу простой пример, когда эта статья образовалась у обычного мужика. Ну, чтобы вы понимали, что ну, в жизни может быть все. И человек никогда не был связан с преступным миром. Это был 88 год, судили меня за кражи, я был тогда совсем молодым. И мы, когда везли с суда, с Зеленоградского, то там прям мужик тряс эту клетку в авто... Опять в автозаке, да, пусть будет теперь. То мужик прям тряс в этом автозаке эту клетку. Я говорю, слушай, а что ты так разнервничаешь, что случилось? Он говорит, 6 лет. Мне говорит, дали вообще говорит, ни за что. Я говорю, в смысле? Он говорит: да еще, говорит, статья поганая. Ну ты расскажи, что случилось. А говорит, все очень просто. На меня говорит, жена написала заявление. Я говорю, а что у тебя жена написала? Заявление, что случилось-то? Он говорит, обычная говорит, ситуация, я побухивал. Ей это не нравилось. У нас маленький ребенок. Ведь черт, говорит, меня дернул зайти к своим приятелям в гаражи. Мы там выпили, потом выпили еще, и я пришел уже поздно, плюс принес мне всю зарплату. У нее это вызвало стойкую реакцию ненависти, мы поругались, потом кое-как поберились, потом вроде вообще все было нормально, чудесно провели ночь, и утром я ушел на работу. А с работы, говорит, меня уже забирали сотрудники милиции. Я говорю, в смысле? А говорит, пришла ее подружка утром и сказала, ты что такая расстроена, вот такая ситуация, у меня мужик что-то стал побухивать, у нас, естественно, проблемы с деньгами, и еще вдобавок, я вот не хотела, все равно ко мне полез, и мы там кое-как вроде бы помирились. Она говорит, слушай, ну, давай его перевоспитаем. Она говорит, а как? А у меня, говорит, приятель наш участковый. И, говорит, мы сейчас к нему сходим, и ты там все расскажешь, а он придумает, как его там проучить. Она говорит, ну, все хорошо. Участкова посоветовал написать заявление на изнасилование. Она говорит, близость же у вас была? Она говорит, да, была. В случае чего, ты же можешь сделать эксперимент? Говорит, да, могу. Ну, и говорит, давай напишем, посмотрим, как он отреагирует. И никто во всей этой ситуации, кроме, я как думаю, участкового, и не мог предположить, что человека заберут прямо с работы, посадят его в тюрьму, и будет он себе до суда. На суде, как все думали, сейчас его... Накажут и отпустят домой же работать, приносить получку всю домой и больше не бухать. А получилось 6 лет общего режима. И человек с такой статьей поедет в лагерь. Я этого мужика по-человечески понял, и тогда у меня у 20-летнего сразу в голове так срослось, что получается, что на ровном месте человек получил вот такие вот неприятности и такую поганую статью. Единственное, что могу сказать, когда в камеру приезжает человек с непонятной статьей, то и к нему будет очень много вопросов, и нужно понимать, что эти вопросы будут негативные, и человек должен понимать почему. Не нужно сразу же говорить, да пошли все там куда подальше, я Д'Артаньян, я ничего не знаю. Нет. И будут подробно разбираться, что произошло. На самом деле, если вдруг объяснения будут более-менее адекватные, то это вас еще никак не обезопасит от сокамерников. Скорее всего, они проверят, кто вы и что вы, потому что любая тюрьма – это связь с волей. И на воле узнают, что вы за человек. Действительно была такая ситуация. Потому что вот то, что я сейчас описывал, то скорее всего они будут смотреть, кто ему приносит передачу. Если передача принесла жена, он не врет. А вот если жена не приносит передачу, а наоборот происходят какие-то вещи от сокамериков, что слушайте, я его знаю. И на самом деле это уже была замешана в чем-то. То здесь человек вот такими словами не отделается. Я к чему это говорю? Всегда в любой камере будут разбираться. Понятно, что в разных камерах разный коллектив, но мы всегда берем за основу, что везде, в любой ситуации есть нормальные люди. Нормальный человек никогда не принимает решение по статье. Давайте разберемся, почему? Потому что статья это взявшаяся из, из ниоткуда, кажется, да там, ну вот в раз и статья. Нет, на самом деле любой сотрудник милиции, а сейчас полиции, будет вешать самые тяжелые, самые неудобные и кидать в камеру именно с такой статьей. Для чего? Чтобы человека начали обрабатывать, человека начали унижать, и он был более покладистый. Любой человек здравомыслящий прекрасно понимает то, что написали, это написали сотрудники. А сотрудники не являются вот этим убедительным фактом, что действительно это так. За исключением случаев, когда попадаются маньяки. Теперь переходим к другой ситуации. Мы сейчас объяснили, если попадает человек, ну, так называемый, в непонятку, с такой поганой статьей. Поэтому разберем ситуацию, когда в камеру попадает человек, действительно замешанный в нехороших вещах. То есть, это либо маньяк, либо педофил со стажем. То есть, ну, уже когда объяснять там нечего. То, скорее всего, он не попадет в эту камеру. Потому что любой сотрудник прекрасно понимает, что с ним будет там. А лишний труп, лишнее заявление, потому что это проверки, начальство. И первый вопрос будет к нему, а с какого перепугу ты посадил человека? с таким прошлым и с такой статьей в обычную камеру, где должен прекрасно понимать, ну что с ним там произойдет. И они все бродят по этим закрывающимся хатам, безопасным хатам. То есть это любой спец, здесь малое количество народа, вот этих вот, ну не до людей, я их так называю, это все проигравшиеся, кто закрылся по каким-то другим причинам, не нашел общий язык со камерками. То есть все те, кто вламываются с хаты, у кого неприятные статьи, их всегда держали и держат отдельно, потому что прекрасно понимают, что их будущее незавидное. Потом они попадают в такой же лагерек специфический, где они будут вести себя совершенно так же, как это хозработа, козлятник и еще куча всяких мест. И именно поэтому, когда говорят, слушай, ну вот есть козлы, есть порядочные, есть мужики, вот эти все масти изначально делятся именно в тюрьме. И всегда, когда происходит ситуация, в камеру заходит новый человек, неважно по какой статье, у нас же есть запрос на то, вот я зашел в камеру, а почему я обязан отвечать? Вот именно поэтому и обязан отвечать. Потому что вот эти ребята, которые сидят в камере, они совершенно не хотят делить хлеб, стол и так далее с человеком, который непонятно откуда взялся. Здесь в этом ничего такого нет. Примитивное объяснение на низшем уровне, то есть кто ты, что ты, откуда и какая у тебя статья, ты должен дать. А вот дальше, если статья какая-то странноватая или неудобная, вы должны давать объяснение по этой теме, ну, с которой вы заехали. К сожалению, ничего здесь не сделаешь. При этом не надо злоупотреблять ситуации, не надо рассказывать какие-то интимные моменты, какой вы охрененный парень, какой вы крадун или еще кто-то, потому что в этот момент ваше мнение о себе может не сочетаться с мнением и с понятиями, которые происходят в тюрьме, к сожалению или к счастью, этот мир он в принципе несложный, но он жесткий. В зависимости от того, что у вас произошло, не в зависимости от этого, вы должны понимать, что это коллектив, который изначально вам недружелюбен. И только со временем, глядя на вас ежеминутно, что вы делаете, как себя ведете, как вы общаетесь, о а вас через какое-то время будет сделан определенный вывод. И вы займете положение на всю оставшуюся свою жизнь в этой иерархии. Здесь очень интересный момент надо рассмотреть, который ну, практически никем не рассматривается. Это именно о том, а когда ты заходишь в камеру, что делать? Все говорят какие-то избитые фразы, надо правильно поздороваться, надо правильно... Ничего вам не надо, мы уже об этом говорили. Не надо в этот момент козырять информации, которую вы почерпнули из интернета. Из моего опыта десятилетнего, то, что показывают и показывают довольно-таки часто в интернете, совершенно не сочетается с тем, что будет с вами происходить в этот момент. Усвойте главное одно. Эти ребята, в отличие от вас, имеют уже какой-то опыт. И ваше поведение, и ваши ответы будут видны. Если вы думаете, что очень красиво соврали, вы не соврете там. Это сразу же всплывает. Поэтому ваша задача – плевать, какая у вас статья, плевать, какое у вас прошлое. Ваша задача – наладить взаимоотношения с окамерником, которые вам в этот момент подскажут, вот за этот короткий промежуток, кто вы, что вы, зачем вы здесь, что здесь нужно делать. И вам через какое-то время нужно будет понимание для самого себя. А что вы хотите от этой ситуации? Сразу говорю: кто думает, что он сейчас выйдет, сейчас разберутся. Как только вы попали в тюрьму, вообще забудьте про то, что вы скоро выйдете. Что бы вам ни говорил адвокат, что бы вам не говорил ваш какой-то ближайший родственник, мама, дядя, папа, сват, брат, вы попали в тюрьму. Вы там надолго. Поэтому, чтобы долго не размазывать эту ситуацию, мы с вами подведем краткий итог. Ваша задача, если вдруг у вас так сошли звезды и с вами случилась эта неприятность, по большому счету ваша статья на ваше будущее никак не влияет, особенно если она сфальсифицирована. Здесь вам нужно понять... Первое, что это уже случилось, и смириться с этим внутренне. Второе, вы попадаете в коллектив, который вам изначально не дружелюбен, и он вас будет проверять, и проверять жестко. И третий момент, что это все надолго, то есть какими-то двумя или тремя месяцами отсидками. Это не кончится. Даже если у вас незначительное преступление, можете на 3-4 годика настраиваться. Это из моего опыта. И сейчас, я думаю, ничего не поменялось. То есть у вас тюрьма. В тюрьме вы получаете какие-то примитивные навыки. Понимаете, зачем вы здесь, что с вами не так или наоборот так. И дальше вы едете в лагерь. И в лагере у вас это несколько лет определенного режима. Здесь не надо отчаиваться, не нужно ставить на себе крест. Там такие же люди, там такая же жизнь. Единственное, вы должны понимать, что вы хотите от этой ситуации получить. Потому что здесь, если вдруг вы не определитесь за какое-то короткое время, вам будет очень тяжело. Нельзя сегодня растопыривать пальцы, а завтра делать нехорошие вещи. И наоборот, если вдруг решили, что это все негодяи, сразу записываться в коллектив, который впоследствии будет гнобить этих негодяев, они у нас называются козлы. Что хочется сказать в конце? Еще раз, максимально спокойно трезво оценивайте ситуацию, слушайте себя и слушайте окружающих, которые изначально будут вам говорить какие-то правильные вещи, и вы это почувствуете. Вам скажут, слушай, это вот так, это вот так, вот здесь вот этого лучше не делать, а вот за этим следи особенно. И самый главный момент, который вас приятно удивит, из всех навыков, которые вы приобретете в этой ситуации, Самое главное, вы научитесь отвечать за свои слова, что никто не делает на свободе, вы это сами знаете. И вы будете внимательно слушать своего собеседника. И если вдруг он будет позволять что-то себе лишнего, вы сразу будете его осаживать, что здесь тоже практически не делается. То есть люди вступают в конфликт, совершенно не думая о том, что они говорят, как они себя ведут и вообще, что может выйти из этой ситуации. Вот это, этот опыт вам пригодится ну, на всю жизнь. Вы об этом не пожалеете и будете немножко относиться к людям, а самое главное, совершенно по-другому относиться к себе. А так, если вдруг случилось, это большая проверка для себя самого. Кто вы, зачем вы и что вообще в этой жизни стоите. Потому что ситуации бывают настолько разные, настолько непредсказуемы, вы не можете угадать, какая будет камера и с кем вы будете сидеть. Вы не можете угадать, в какой лагерь вас повезут. Ну, есть и случаи, когда вы можете угадать. Мы о них тоже рассказывали. Поэтому, что сказать? Держитесь, если вдруг это случилось. Ведите себя максимально спокойно и анализируйте все, что происходит вокруг вас. И тогда у вас проблем будет меньше. А самое главное, вы научитесь сохранять спокойствие в любой ситуации. Поэтому, если вдруг остались какие-то вопросы или у вас есть какое-то особое мнение на этот счет, у нас есть телеграм, инстаграм, мы всем отвечаем. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. А с вами был Герман.